предстоящие выходные на территории района будут отмечать религиозный праздник Пасха. Данное мероприятие будет проходить в порядка 40 церквей и храмов на территории района, на которых будет обеспечена охрана общественного порядка сотрудниками полиции и Росгвардии совместно с сотрудниками Росгвардии. Будет задействовано порядка 170 человек, будет создан дополнительный резерв. Поэтому в каждом храме, где будет проходить мероприятие, будут находиться сотрудники, обеспечивающие охрану общественного порядка. Гражданам хотелось бы довести, чтобы в случае возникновения каких-то ситуаций не паниковать, вести себя спокойно, слушать сотрудников полиции, выполнять их распоряжения и указания. Также не противиться, если будут проводиться досмотровые мероприятия. Надо просто понимать, что все идут, во-первых, в общественные места с собой, как бы не брать ни колющие, режущие, ни легковоспламеняющие предметы, чтобы не попасть в какую-то конфликтную ситуацию. А также обращать внимание на себя, вести себя достойно, ни с кем не конфликтовать, так как это все-таки праздник, так скажем, святой религиозный, да. Ну и в случае каких-то ситуаций нестандартных, чрезвычайных, не поддаваться панике, вести себя спокойно. Если пришли с семьей, то держаться вместе. Ребенка желательно на руках, чтобы не нога, чтобы не затоптали там или еще что-то. Ну и, соответственно, быть бдительными и смотреть по сторонам.